почистили первые квадратные метры. Уничтожают мусор квадратными метрами. Саратовские интернет-пользователи борются за чистоту своего города. Поддерживают общероссийскую акцию «Блогер против мусора». Все, давай я помогу, отнесу вот это вот. А то он сейчас уже развалится. Случайная инициатива в интернете за 2 месяца переросла в общенациональную идею. Блогеры из 112 городов страны в один день вышли на улицы, чтобы побороть реальный спам. Все началось с записи в живом журнале. Популярный блогер и путешественник Сергей Доля дал глобальной уборке зеленый свет. Ну, а вдохновил его город Астрахань, когда он приезжал на рыбалку туда. Ну, просто там делал фотографии, они выложены у него в блоге, можно посмотреть, там просто страшная гора мусора. Но до какой степени загажена, замусорена Волга. Зеленый флешмоб в районе Затона поддержали около 50 добровольцев. Вооружились перчатками и мусорными пакетами, чтобы разобрать несанкционированную свалку. Местные жители уже много лет борются с этой проблемой, но поддержки из интернета никак не ждали. Мы постоянно боремся с мусорками и не знаем, что с ними делать. Это, наверное, испокон веков. Это так заведено. Это не заканчивается. И неизвестно, когда закончится. Если сейчас блогеры, конечно, возьмут за дело, то мы, конечно, разберемся уже. Офлайн действует вне сети. Большинство добровольцев знакомы заочно, но вживую видятся впервые. Субботник стал поводом оторваться от компьютера. Оказалось, этот вид связи может принести реальную пользу. Блогеры будут выкладывать информацию у себя в сети. Все знают о том, что блогеры на настоящий момент они наиболее читаемые. И поэтому люди многие будут заходить к блогерам, читать эти новости, присоединяться все больше и больше людей. Проводить эту акцию планируют раз в 3 месяца, чтобы очистить город и побороть вредную привычку – мусорить там, где живешь. Глобальные перемены блогеры решили начать с малого. Пусть смотрят и учатся, что нельзя так делать, иначе вот во что превращается хорошее место. Те, кто ездит отдыхать на Зеленый остров, не бросайте там, пожалуйста, мусор. Там невозможно отдыхать. Первоначально акция планировалась вот на этом месте. Это, ну, наверное, самая большая свалка нашего города. Но не рискнули, побоялись сорваться с обрыва. Ликвидировать эту свалку под силу только профессионалам. Но пока властимущие не обращают внимания на такие городские пейзажи. И визитная карточка города остается частью большой мусорки.